и горячий там ужас, что творится. Нас, похоже, туда всех погнали, ну, отправили на убой. Я слышала, с кем-то разговаривал он там по телефону. Были пацаны. Пацаны это самопрыгнули в окоп, а туда гранаты бросили, ну, за кого-то там говорила. Она мне говорит, так понимаешь, что там очень много двухсотых и трехсотых много. Андрей, которым он говорил, что они видели, как Вадик погиб, не знаешь с ним, что не знаю ничего, ничего не говорю. Нету ни Вадика, ни Леши, ни Жорика. Он по фамилиям, по фотографиям смотрел, говорит, даже приблизительно нету, даже, говорит, из других направлений. Каждую неделю там бывает. Их везут сюда. И военнослужащих везут сюда. И дело в том, что он мне говорил, что я проверяю по моргам республики, по фамилиям. Может поступить тело погибшего сюда в морг Калинина, и его не могут опознать. Отсюда уже их могут отправлять тогда на Ростов по анализу ДНК устанавливать. Какой кошмар. О чем я тебе рассказываю? Вот такая вот схема. Вот такая схема. То есть, что они там запчасти валяются все. Ну, какая разница? Запчасти, то, что остается от ребят, то, что рулит. Не знаю, дойдет до кого-то, не дойдет. Уже не так официально, как крик души. Прошел уже месяц. Я нигде не могу узнать, где находится мой сын. Что с ним случилось? Никто ничего не говорит, никто ничего не сообщает, ничего. Помогите мне разобраться в этой ситуации, получить хоть какую-то информацию. Они такими действиями туда могут не подвести год. Вот берут Марьинку, вот берут Авдеевку, берут, не берут, танцуют возле нее, сколько они там уже ложка лутаться. Люца рассказывала, что вот эта посадка, что за нашим домом, он сейчас это самое, говорит, третья линия обороны, что она говорит, на сорке после работы парень военный бегал, что-то машину в 300-х отвезти раненых. Вот посадка, думала, они только отсюда стреляют. Руби прилет, вот так вот тоже, как говорят, там блиндаж. И погибли пацаны, и раненых много, и не в один блиндаж. Я это самое, Марин, курю, смотрю, вот деревья какие, никакие. Своим как бы всматриваюсь. Да, схождение с ума. Или представляю, как водить там по этому лесу. Смотрю, что хлопцы там движутся где-то. Ну, не без того подтягивают танки эти, стреляют отсюда. Ну, оказывается, вот тут тоже, вот здесь вот рядом. Даже бедные пацаны, сколько их еще будет гибнуть. И сколько это все будет продолжаться.